Какими качествами нужно обладать для создания идеальной семьи? С этим вопросом мои коллеги вышли на улицы Йошкар-Олы. Взаимопонимание, любовь, доверие. Не знаю, мир, добро, любовь и понимание. Детишек обязательно заводить нужно. Семья, если в нее правильно вложиться, то она дает огромные дивиденды в виде синергии. То есть стоит гораздо больше эффект, чем каждый из нас может достигнуть поодиночке. В сумме мы даем больше результат. Это и дети, это и какие-то там проекты, это какие-то дела, бизнес, все что угодно, и отношения с другими людьми. Поэтому главное, чтобы в семье было чем склеиваться, был какой-то общий интерес, общие задачи делать, тогда все будет хорошо. 43 года живем уже. Вот. Трое детей, 6 внуков. Главное, дружно жить, чтобы, по-моему, друг друга понимать и все больше помнить, что такое. Может, есть какие-то секреты крепких отношений? Вот что вы делаете, чтобы у вас был такой крепкий брак, вы понимали друг друга? Я не знаю. Может быть, вас? Что для вас вот идеальная семья? Любить друг друга, уметь прощать. Главное – верность, уважение друг к другу, любовь, забота. Просто по-хорошему относиться друг к другу. А семья – это когда люди доверяют друг другу, уважают друг друга. И, наверное, все-таки любовь.